Мужчину, стрелявшего в 12-летнюю девочку из пневматического оружия, задержали. Все произошло в Абакане по улице Ломоносова в конце августа. Две школьницы пошли в соседний двор, в магазин. В какой-то момент одна из них почувствовала боль в области правого бедра. Оказалось, это ранение из пневматического оружия. Тогда следователи предположили, что стрелять могли из окна многоэтажки. И сегодня эта версия получила подтверждение. По данному делу задержан 37-летний мужчина. На допросе он пояснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из окна арендованной квартиры в прохожую девочку. А причины просто шокирующие, чтобы проверить дальность стрельбы его личного пневматического оружия. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход расследования, напомним, находится на контроле председателя Следственного комитета России.